Я серьезно настроена на этот раз. Я всегда смеюсь. Я люблю смеяться, чем могу сказать, но я не буду делать это в этот раз. Я собираюсь повалить вас всех. Завалить всех? Не смеши меня. Завалить? Засмеялся, проиграл. Мы готовы? Засмеялся, проиграл. Засмеялся, проиграл. Вы знаете нас? Вы знаете правила. У нас тут Йен сегодня. Привет. Это Йен. Из Смош, если не знали. Ты прав. Правило в том, что нет правил. Кроме как не трогать и рассмешить за 30 секунд. Да, не трогать, но... Я сделаю так, чтобы вы, ребят, не смеялись. Ты будешь сосать. Я же правильно понял правила. Да, все правильно. Засмеялся, проиграл. Кто первый? Вы можете играть дома за ноутбуков, наполнив рот водой и привлечься максимально к нему. Посмотрим, выиграете ли вы. Играете с нами. Да. Вперед. Я хочу пойти первым. Окей. Я иду первым. Yeah! Начнем. Первый раунд. Ты готов? Привет, как дела? Меня зовут Малыш Тейлор. И сегодня хочу продать тебе лассо правды. Ну, начнем. Я проверю его на себе, потому что я поехавший. Окей, начнем. Мне кажется, что фильм «Миньоны» такой прикольный. Успех! И это сопли. Привет. Меня зовут Шляпа Мэн. Меня как-то укусила радиоактивная шляпа. Теперь моя суперсила — это мое лицо, покрытое шляпами. Мой дядя Бен как-то сказал, что когда у вас много шляп, то это прикольно. Успех! Слушай, я бы вышла сюда и ничего не придумала. Нихера не придумала, прикинь. Я вообще не знаю, что делать. Я взяла рыбу, думаю пошутить о том, как пахнет у меня там внизу. Успех! Но потом передумала. Я пришлось вот проглотить, чуть не умер. Меня реально это позабавило, друзья. Мне даже добавить нечего. Я засмеялся, потому что я всегда буду над вами смеяться. Второй раунд. Успех! Что там произошло? Я им показала, конечно. Привет, меня зовут Бортни. Я как Кортни, но я Борт. Иногда я люблю вытаскивать рыбу из своей жопы. Хочешь увидеть? Хочешь увидеть, как Бортни вытаскивает рыбу из задницы? Смотри, смотри на Бортни. Это Бортни. Хочешь ее? Хочешь, чтобы я отдала тебе ее? Съешь эту рыбку из задницы Бортни. Ба-ба-ба, Бортни. Ба-ба-ба-ба! Вот что я вытаскиваю из задницы. Фэл. Ненавижте. Привет, добро пожаловать в Букады Пеппа. Ты пришел сюда один, как мы все? Ты один здесь. Букады Пеппа. Ты проглотил воду? О, Господи, Иисусе. Успех! Мне оно не в то горло попало. Симптомы? Ну, не знаю, я его не чувствую. Да, не менее, ну, типа того. Это все симптомы. Да, не-не-не, во вторник 2 часа будет супер, да. Да? Да, я просто заволновался и решил позвонить вам, потому что я с утра был какой-то немного бледный. Хорошо, спасибо. Да, я буду пить больше воды, хорошо, спасибо. Просто немного испугался, знаешь. Ничего страшного. Ты что, просто сдался? Нет. Нет, ты свалил еще, когда время не закончилось. Оно закончилось, закончилось. Нет, ты просто взялся, дрожал от смеха и сбежал. Я вернула тебе должок. Ты подловила меня. Я думала, что же она будет делать. И когда ты подняла ее, я понял, ах да, она вернула мне должок. Ян меня почти сломил, но я старался держать воду до последнего. Шейн, этот голос, после того, как ты пытался играть... Короче, твой голос звучал, как Майкл Джексон, только воскрес и пытался имитировать сам себя, и меня это просто дико рассмешило. В сравнении с Майклом Джексоном, окей? Это я еще преуменьшил. Но меня как будто брат предал. О боже, это самое отвратительное, что ты мне только говорил. Что тут сказать? Ты сдался. Время заканчивалось. Я следующий пойду. Так время закончилось? Да. Правда. Я был неправ, я так рад этому. Все нормально. Не нормально. Учитывая, что во мне разочаровался мой собственный друг, то нет. Я прям распереживал. Третий раунд. Thank you.
Успех! Я сейчас подавлюсь! Я даже не поняла, что ты говоришь. Добро пожаловать на уроки от Скотти по мирному карате. Надо сломать этот блок, но сломать его сложно. Но я знаю, что делать. Мы сходим с ним на ужин, хорошо проведем время. Потом будем лежать рядом и будем говорить: ты лучший, ты лучший. Милый, ты лучший, ты лучший. А потом я ему, не перезвоню. Я ему не буду перезванивать. Я ему просто не перезвоню. И готово. Он словлен. Получил, придурок. С тобой такое было? Успех! Попробуй понять, что происходит. Успех. Зачем ты забрал мою бутылку? Космическая миссия. Окей, ты готов к следующему? Нет, а кто должен быть следующим? Я не... Сюрприз. Кит, вода и Ноа были как за один выход. Надеюсь, Кит его глубоко засунул. О, большая жопа. Рэйчел, все хорошо, помогите, всем им помогите. Четвертый раунд. Они сказали, что я не смогу. Они сказали, что я не сделаю. Они сказали... Боже, она пыталась сделать сальто. Она пыталась сесть на шпагат. Может, она пыталась сломать спину? Кортни, ты опасна для самой себя. Кортни. Еще чуть-чуть, и пол будет блестеть. Добро пожаловать в Буги и Бум-Бум. Буги и Бум-Бум, вот ваш салат. Или хотите шоколадный торт? Эй, Буги-Бум-Бум, беконовый фреш. Успех! Чё? Кортни, стоп! Хорошая попытка. Добро пожаловать на канал 231, если у вас есть Директ ТВ. Это новости еды. Едим дерьмо. О, господи. Немного сховат. По вкусу отдает конфетами и почему-то красным перцем. Мое дерьмо не такое. Отлично! Успех! Мне нужна будет тишина, потому что это серьезный номер. Окей. А теперь 15-секундная реконструкция Кеннеди за 16 секунд до того, как его убили. Эй, что за шум? Добро пожаловать в Бука де Бобер. Надеюсь, вам понравится реакция JFK. Нам очень нравится приносить итальянские настроения к вам. Прям в кровать. Посмотрите на эту леди, у нее какой-то спазм. Возможно, она умирает. Кто знает? Мы ее просто привели, чтобы было веселее. Well, время. Ну что, вы там готовы? Я готов твой рот заполнить. Эй, пап, я подбираю наряд на выпускной. Как думаешь, хорошо выгляжу? Хочу, чтобы меня все фоткали, в Твиттер выкладывали. Успех! Вы, ребят, психи. Уровень комедии безумец. Кит выбегает, и ты знаешь, что это даже не его очередь. Ты при этом смотришь на его лицо, а на его лице просто... И на его лице написано «паника», и ты спрашиваешь себя, что это происходит? Каждое падение Кортни выглядело реально больно. Но поехавший Йен, ты был реально очень-очень хорош. Мне не хватило какой-то добивки. Я почти засмеялся вот прям в первые 2 секунды. Но я бы не сдержался, если ты раньше добавил это безумие. Вы, ребят, психопаты. Очередь Йена идти. 5-й раунд. Я 2 ноги.
Йочи, как чувак? О, да нормально, я не знаю. Я отдыхаю. Слушай, ну я заболел, я еще немного приболел. Да, звучит прикольно. Я нормально, а ты как? Я отдыхаю. О, прикольно, чувак. Да, звучит прикольно. А чё, слушайте? Чё это было? Чё ты делал? Я не знаю. Господи, это вообще безопасно? Чё? Это вообще безопасно? Все спрашивают, безопасно ли мне? Смотри на меня. Я не выгляжу безопасно. Вот, посмотри ты на меня. Я не выгляжу безопасно. Я чё, на сумасшедшего похож? Не-не-не-не-не, я не сумасшедший. Успех! Дай мне знать. Эй, давай вместе бежать. Чувак выглядит так, как будто твоему глазу нехорошо. Я выгляжу великолепно, это главное. А, ну тогда хорошо. Гамильтон странный. Ну, а снова остался? Да! Что? Спасибо большое за просмотр, ребят. Это было «Засмеялся, проиграл». Мы старались не смеяться в этот раз сильно. Спасибо, что позвали меня, ребят. Спасибо тебе, Йен, что ты нас посетил. Мы тебя любим. Я вас тоже люблю, ребят. Это безумно было слышать, но это то, что у нас внутри. Да. Совсем где-то внутри. Да, у меня это снаружи. У меня тоже это снаружи постоянно. Да, это правда. С этого вам общего доктора найти. О, увидимся скоро. Кортни! Нет, Кортни! Нет! А если хотите перевода этого шоу, то ставьте лайк и пишите об этом коммент. А перевел и озвучил Виски. Ага.